На закупку льготных лекарств Севастополю выделили дополнительно 15 миллионов рублей. Соответствующее решение было принято на заседании правительства города. Проект постановления правительства Севастополя подготовлен в связи с необходимостью приведения территориальной программы госгарантии на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годов в соответствии с вводной бюджетной росписью бюджета города Севастополя. Объем средств в размере 15 миллионов добавлен на мероприятие 1.3 «Лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан государственной программы города Севастополя, развитие здравоохранения в городе Севастополе». Постановление было поддержано губернатором Севастополя.